Всем привет, друзья! Джипик нормально завелся. Немножко. Сейчас электрозеркала даже работают. Давайте покажу. Сейчас поедем на оффроуд. С опозданием, ну, как получается. Все, заправились. Ребята там уже рубятся. Сейчас быстро тут до танковой пару километров по прямой. И мы в оффроуде. Давно на этой машине не выезжали. Последний раз, когда катались, это было день рождения у вас клуба. Последних числах ноября. Так, друзья, вот она. Справа уходим направо. Что у нас тут все высохло. Да, тут автобан. Ну, есть вон какая-то грязь незначительная впереди. Сейчас будем догонять наших. Суховатенько тут, конечно. Суховатенько. Так, надо пониже, но включить, наверное. Ну, есть там он препятствие, даже несмотря на... Давно не было дождей, несмотря на эту сухую погодку. Наши где-то впереди. Первый, кстати, оффроуд на этой машине был здесь. Сейчас, какой же это год был? Сначала она была просто такая для ровного асфальта. Когда мы купили, купил я ее в 2010 году. Блин. Купил в 2010. Сначала просто мы катались. Был УАЗ, кстати, они с УАЗом в один год куплены. Грант на пару месяцев раньше УАЗа, или там, не помню точно, на полтора месяца или на два был куплен. И потом я что-то я решил... А, купил АТ-шную резину я сюда сначала, Nokian Vativa. И поехал по этой дороге. И тогда он меня удивил, как он едет. Думаю, ни хрена себе, едет как почти как УАЗ, чуть-чуть хуже. Ну, колеса меньше, но нормально было. Ну и дальше понеслась. Лифтовка и так далее. Так. Да, на гранде хорошо ехать, снимать. Гидроусилитель, автомат. Очень удобно. Открыли автомобильную тематику, а вон и наших видно уже. Открыли автомобильную тематику, разрешили торговать. Честно говоря, очень стрёмно, глядя на последнее сообщение. Честно говоря, даже многие, кстати, не работают. Если есть денежный запас, то можно, конечно, отдыхать. Так, вижу слепого вдалеке. Вот уже меня снимают. Ну, видите, пока такая танковая. Не, хорошая, но под разную сложность можно в разные траектории ехать, в принципе. И вопросов нет. Нет, это не Андрюха, это просто люди отдыхают пока. Пока можно при карантине еще выходить на улицу. Так, мне бы тут вправо бы идти. Это мне удается. Догоняем коллектив. Ух ты ж, блин. Да, тут объезд закончился. Объезд закончился. Ну, давайте по этой стороне попробуем. Что будет, сейчас посмотрим.
Не знаю тут глубину. Попробуем потихоньку, пока чтобы радиатор не испачкать. Под краем. Глубоко глушитель ушел под низ. Так, нас не сильно много. Макс сегодня на 69-м. Вот и банда. Вот и газу дали чуть-чуть. А вот и Яна в маске. Так, ну хорошие тут кадры. А вот маньяк с Днепропетровска. Вон он, да? Очень известный, с акцентом, правда, говорит. Днепропетровчане все так разговаривают. Да? Говорят, пошли кофе пить, да? Ага. Да, да, я того знаю, с бородой там есть очень известный. Вы что, застряли, пацаны? У вас же УАЗ, елки-палки, как? А что, перегрел? Привет, Кучерявый! О, есть этот организатор, говорит, нет организатора. Так и я еле догнал. Приехал бы. Да блин, ну коронавирус, задержки, что ты хочешь? Да у тебя твой коронавирус. У меня давно, да? Давно тоже. Так, близко не подходи, отойди от меня. А что там за мальчик из Днепропетровска? Куда он едет? Скажи ему, что там нету машин. Там нет дороги, скажи. У нас несколько мальчиков из Днепропетровска. Ну у нас несколько, да. Ну вот тот с акцентом, который говорит. А, который прям коренной? Коренной днепропетровчанин, да. Слышишь, бородач, наверное, из дома выйдет в 2025-м только, да? Легендарный вон впереди Нива стоит. Валера, ездишь, да? Да. Легендарный есть сейчас. Я говорю, что сегодня Саня уже 3 раза застрял слепой. Прямо ехать не получается. Не получается, да? Но оно вязкое, то ж, как обычно, когда самая жесть, то сложно. Так выбило этот самый руль, что аж ноготь сломало. Ух, елки. А у тебя же усилителя же нету, да? Ага. Ну, у меня легче. Я же это самое, привык к роскоши уже, с гидроусилителем. А тут нет. Точно? Наверное. У нас штрафуют за нахождение на улице, у вас походу нет еще, пока нет еще. Так мы же ближе 1.5 метра к другу не подходим. Да. Каждый сам за себя здесь. Так, это у вас тупо в стоке, да? Номера примотаны изолентой синей, главное, слышишь, ключевое. Да. Я думаю, рано отцепляться. Рано отцепляться. Ну, может и рано. Опа. Привет. Блин, какой ты красивый, слышишь? Я тут рубаюсь. Нормально. Что, застрял? Рубимся. Я даже сейчас. Вот слепой нашелся, смотрите. Ты на этот, на онлайн? И онлайн, и не онлайн. Тут я снимаю вот сразу на 2 камеры. Давайте покажу, как снимают. Что там, Саня? Оп, Саня снимает. Красота, короче, да? Да вообще же. И поздновато приехал, очень трешово здесь было. Ну, уже 4 раза лебедилась. Да мне уже Макс сказал. Да. Один раз Криса, да. И 2 раза себя. Ну там будет дальше лучше. Я ни разу не лебедился, уверенно еду. Не, ну ты конечно. Конечно. Надо не забывать, что у тебя 2 метра троса всего. У меня 2 метра. Да не 2, 2.5. Что ты дуришь, да? И еще кусочек 2, да? В багажнике. Еще ж в багажнике есть, да, кстати. Так, ладно, хорошо. Что там? Пора ехать! Да, пора ехать! Пора ехать! Я дал сигнал, все, оживились. Стоковый УАЗ. Я рекомендовал между ними заехать. Между ними? Я,
для полного фула. Не, так мне надо левее и тогда вот ближе к Крису там пройти. Или там не интересно, да? Для полного фула, говорит, заедь туда. Ну давай заеду. О, давай, 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 давай. На Гранд-Чероки не застрял. Пятый вырывается. Отъедь на полтора метра, я тебе говорю, от меня. Ты подъехал. А, извините, гражданин. А Гранд-Чероки едет. Привет. Так. Уазя. Да, Уазя. Не, еще 20 сантиметров можно, Крис. Хорош. Да едь, что ты очкуешь? Все? Вперед попробуй, вперед! Так, дельфин пытается. Чуть не проехал. Так, ну. Так, слепой спешит на помощь. Подожди. О, приехал еще кто-то серьезный ученик. Не стойте так близко друг к другу. Слепой идет. Слепой, блин, в бензоне, нифига себе. Да, слепой заряжен. Леня, отойди, не стой так близко ко мне. Ты боишься коронавируса? Да. Я тоже. Боишься ты? Что-то не похоже. Ты помолодел лет на 15, блин, когда коронавирус начался. Я ж дома сижу, ничего. А, не бухаешь ничего, да? Я не бухаю, да. На этой... Я на Гранд-Чероки, Леня. Да. Ты его сегодня засадишь? Не-не, я объезжаю препятствия. Ну это же машина для хлеба за хлебом. Сейчас же за хлебом сложно будет уже ездить. Надо машина, чтобы была. Кристо, ты хорошо влип. Да он спасал же человека. Так. Слепой. Танковая, обалдеть. Так это самый, кстати, сложный грунт вот этот, ты знаешь. Когда нет воды, это сложнее. Когда ее мало, да. Вторую половину вообще никто не поедет или что? Да все поедут, как никто не поедет. Спускай, иди пока, да. Яна, у тебя есть с Валерой уже фотография? Совместная. Совместная. Ого. Вот так вот начинается нормальный оффроуд. Весна на танковой. Тут уже зрителей больше, чем нас уже скоро будет. Смотрите, там, если Prius будет с синими полосками, с сине-желтыми ехать, скажете? Если Prius будет ехать с полосками...
Не знает, а это еще и не отсюда люди. А где вы убежали от, с Испании или? Или Италия? С Испании. Говорят, дурят, наверное. Так, слепой. Нормально тут уже. Тут у него интересная машина расписана. Сейчас я вам ближе. Ну, выскочил. Красавчик. Сиди в дома. Коронавирус. Я им сказал. Досыть шастать. Хватит шастать. Ну, слепой. Что там у тебя? Ты один сегодня? Да, но я не беру. А? Нет, я никого не беру. Правильно. Потому что я... Все сами должны быть. Только члены одной семьи в одной машине могут быть. Что, ты починил? Вот этот его известный ключ, который был в видео в зимнем, которое вчера я повторял. Блин, а я начал смотреть, но не досмотрел там, где зимнее. Ну досмотришь, еще у тебя будет время. Так, УАЗ продолжает ехать на веревке. Кто его тянет? А кто его тянет? А? Вася, все на пол закрывает, по хозяйству. Офигеть вообще. Слышь, а вы близнецы или что? Я смотрю, тот на веревке, а тут раз такой же выезжает без веревки уже. Давай, дядь, не будем отвязываться, давай в парке ехать. Так, слепой поехал. Сегодня у нас покатуха Вторчермета. А, слепой разворачиваться поехал. Смотрите, как шикарно там. И развернется. Так, УАЗик. Недолго музыка играла. Интересно, странно, я еще в Карпатах замечал, как-то странно мотор работает в плане тяги на низах. Не, нормально едет, даже очень. Так, ну тут уже все простенько. Саня готовит для танков дорогу. Так, что-то там Валера посередине уже, кажется, приехал. Спасибо. Я чуть подвинулся. Не страшно. Ну как, едет нормально? Не. Слабо, да? Вообще не едет, говорит. Ну, сейчас проверим. Давай покажу, как не едет. Круть. Да не, едет нормально. Человек по асфальту
оффроудом занимается. Так, приехал. Вот вам и оффроуд. Да лебедить, я ж туда не дойду, не улебедить. У Макса фары новые, что ли? Вот они, два легендарных внедорожника СССР. Раз и сразу прилипает. Только заехала в болото, сразу раз и прилипла, и уже хоть и зацеп есть, и все равно нет возможности выйти. А у него и сзади лебедка, да? Да, да. Ничего себе, подготовленный. Ну там он впереди с УАЗом упражняются. Ну мы тут давайте дождемся уже спасения Валеры. Давай. Ух, какой трос красивый, нифига себе. Это трос первый раз ты размотал? У него лебедка своя. Как по качеству, кстати, лучше, хуже стало. Я переключил на другого оператора. Ты будешь пробовать или нет, Крис? Хрустит что-то? Наверное, хаб, надеюсь, что это... Да какой хаб? Колени, наверное. Все? Колени, возраст. Ходом надо брать. Пытается меня задавить. Гидроусилителя у него нету, насколько я помню. И у Макса нету. В общем, я как мажор на автомате с усилителем. Сейчас будем догонять. Да, в общем, когда первый раз я сюда поехал на Грандеу, я удивился, как он хорошо едет. Очень удобно на нем. Едет. Ох, блин, чуть не проехал. Этот человек сам не бегал, да? Ставки прошел, но или нет, на нас.
канал, ставьте лайки, в общем, короче, комментарии, колокольчики, не пропустите следующее видео. ГАЗ-69. 66. Так, ясно, как надо вести канал? Да, вообще. Мы просто нудные. Занудные. Да. Его ж нормально штырит, чувака. Походу, чувака без нас весело. Так, вернемся к Гранду. Что здесь? Руслан, помощь нужна? Да? Думаю, нет. Я верю в тебя, братик, делай. Но говорит нужно. Я не вижу, чтобы он застрял. А, да? Вообще это он притворяется. Не Руслан, нам кажется, ты просто имитируешь. Да. А надо, чтобы чистилась резина больше газу. Чтобы подлетела на 4 метра, я буду вставать, как это, лебедица. Все, сейчас будет вами кокс. Смотрите. Окно закрылось. И теперь также назад. Почистилось немного. И назад резко. О! Не, уже все, уже прилип. Так, нужна лебедка. Раздался? Откручивай шакл. Да? Шарзовец. Откручивай на хлопуш. Так, открутить нужно шакл. Говорит, шакл никуда нет. Руслан, надо, когда пользуешься лебедкой часто, она не заржавевает. А вот, нет? Макс, подожди! Я отойду, давай салют. Бегом, Руслан, что ты ждешь? Слышишь, Чак, надо его... Как ты вытаскивал, помнишь? Да у нас у человека ходит, ну как ты вытаскивал? Салют давай. Попробуй колеса чуть... Да, да. Попробуй еще. Давай. Чуть не проехал, бля. В мусорке говорят. Да, он 6 на 6. Ага, потом не вытаскивать его. Слепой, возьми меня!
Давай, поганый круг. А, ты будешь прям в онлайне брать? Или в онлайне? У меня никто еще не брал в онлайне. Да, да, да. О! Я-я! Все, готово, Рус, давай! Забирай! Отцепили! Блин, вот эти мне нравятся, два джипера слева едущих. Опа, не подействовала критика. Что, ты будешь заезжать? Руслан продолжает свое движение прямо. Машину ничего не остановит, даже газик, вот видите, убегает с пути. Едет нормально Гранд Чероки. Давайте за 69-м. Совсем по-хитрому. Это уже не танковое. Это уже не танковое. Ты за мной бежишь? Сейчас попробуем влево. Натяжку. Так, Руслан берет левее. Освобождает путь остальным джиперам. Главное, чтобы его не скинуло сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты видишь, что творят? Хорошо. Лёня, все, тут перекрыт маршрут. Только вправо ты можешь уйти. У кого колеса больше 33, справа должны ехать. Так у тебя 35. У меня 30, 33. Неполные. Хочешь, чтобы я так проехал? Ну, конечно, что. Мы тебя ждали целый день, чтобы ты показал оффроуд. Газик объезжает. Смотри, газик к нему проехал. Так ты на японском газике. Какой газик вообще? Да он говорит, что ты объезжаешь, и он хочет объезжать. Это он стал якорем, чтобы это, чтобы никто объехать не мог, понял? Чтобы траекторию показать. Это он буйком стал. Так, стоковый УАЗик. А там кто-то проезжал уже сегодня? Да, конечно. Кто? Т-72. Это проезжает. Да давай, что ты? Так, Крис. Так, Леня пошел. На коксе. Ну хорош. Красавчик. Валера запустил. Пытался меня задавить. А вот шишига-бомба. Как работает на электронном зажигании.
Макса тут на вояках вообще вопросов нету. Вас объезжает. Все, уже наши там на вторую часть танковой. Я смотрю, подзаехали уже. Да, вон. Уже Леня на ней. Не так подсохло. Ну, сейчас глянем. Там вообще было в прошлый раз просто жесть. Началось сразу. Ага. У вас Патриот поехал. Короче, все здесь уже. Да, тут будет хорошо сейчас, друзья. Тут сейчас будет то, что доктор прописал. Можно закрывать машину и идти смотреть. Не знаю, куда мы сегодня доедем. Сейчас посмотрим, что там.